Вашингтон рассчитывает на диалог. Соединенные Штаты надеются, что гражданские власти Египта и военные будут совместно работать над демократическими преобразованиями. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд. Речь идет о формировании демократического законодательного органа, работе над Конституцией и безопасности на Синайском полуострове. Ситуацию в Арабской Республике прокомментировал официальный представитель Белого дома. Джей Карни отметил, что гражданские и военные власти должны вместе решать стоящие перед страной проблемы. Накануне стало известно, что Высший совет вооруженных сил Египта заявил о том, что армия, которая руководила страной после ухода Хосни Мубарака, выполнила свой долг. Военные передали управление государством законно избранной власти. Ранее президент Мухаммед Мурси подписал указ об отставке министра обороны Хусейна Тантави и начальника генерального штаба Сами Анана. Оба военачальника назначены советниками главы государства. Для нас важно, чтобы гражданское правительство Египта и военные продолжили совместную работу для достижения демократических преобразований в стране. Нужно разрешить множество трудных вопросов, которые касаются начала работы парламента, конституции и безопасности на Синае. Этого мы ожидаем от египетских властей в будущем.